Стать хорошим врачом, настоящим профессионалом своего дела непросто. Первокурсников, решивших посвятить свою жизнь борьбе за здоровье человека, ждут годы упорного труда в ВУЗе. День знаний прошел накануне в Кировской государственной медицинской академии. Вчерашние абитуриенты собрались в зале Дворца культуры «Родина», чтобы познакомиться с преподавателями и историей академии. Впереди у будущих врачей долгие годы напряженной учебы. Но 1 сентября для всех особенный день. Я считаю, что это такой праздник общий, потому что те знания, которые мы получаем в школе, в вузах, они дают нам возможность потом уже в процессе своей трудовой деятельности реализовать и чего-то добиваться. Первокурсникам желали успехов в учебе, мудрых наставников и хороших друзей. Не потерять интереса к получению новых знаний и успешно применять их на практике. Чтобы когда-нибудь благодарные пациенты сказали им «Спасибо, доктор». Я хочу, чтобы вы все несли высоко такое гордое название именно «врач» и пришли работать именно к нам. Мы создадим для вас, я вам обещаю, все самые лучшие условия как для работы, так и вашего материального положения. Но могу сказать, что к моменту вашего выпуска средняя заработная плата у врачей будет как минимум в 2 раза выше, чем средняя по экономике любого региона. В этом году в Кировской медицинской академии состоялся уже 20-й выпуск врачей. Пополнили ряды студентов и более 600 нынешних первокурсников. Валентина Палкина, Руслан Быкасов, «Вести Киров».